Всем привет, с вами Алексей. Зима, снимать на улице особо нечего, поэтому будем снимать в хате. Что мы будем снимать? Значит, сегодня сорт карамановский, среднего размера орех, который на самом деле очень крупный, но это средний. Я вам показывал, каких размеров он достигает. И, честно говоря, я его не пробовал лущить руками. Сегодня 20 декабря, орешек уже достаточно хорошо высох, поэтому тест будет максимально правдивый. Ну что, берем и пробуем. Значит, как мы будем делать? Или вот жопка к жопке, или боковушка к боковушке, или верхушка к верхушке. В общем, как будет получаться? Честно вам скажу, по карамановскому ни разу еще не пробовал лущить руками, даже не пытался, поэтому не знаю результата вообще. Будем вместе с вами сейчас и пробовать. Ну, как бы не очень, но поддался. То есть взрослый мужчина, понятное дело, никакие девушки, женщины, возможно, не справятся. Хотя, опять же, надо пробовать. Пока пробовал боковушка к боковушке. Ну, очень тяжело. Честно говоря, очень тяжело. И дальше расскажу. Хотя скорлупа у него не толстая. В общем, трапезунд, возможно, из-за своей формы полегче, скажем так, кололся, да? Первым был трапезунд, мы пробовали. Ну, очень тяжело, да. Но, возможно, как видим, колется. Колется. Возможно. Здесь этот легко. То есть, процесс идет. Всегда можно иметь под рукой орехокольчики, если это не получается. Этот способ хорош просто носить с собой где-то на работе и, скажем так, и пользоваться. Значит, какие мои выводы? Я не буду тут очень сильно, видите, поддается, все-таки поддается, но с очень-очень большим усилием, с очень большой натяжкой. Поэтому советовать для колки руками только могу, наверное, крупные экземпляры. Сейчас попробуем, давайте, жопка к жопке. Может, дело лучше пойдет? Нет, дело лучше не пойдет. Значит, то есть поддается некоторые орехи с очень-очень большим усилием. Дальше берем орехокол, подороже, очень удобный. И все это дело завершаем. Очень быстро. Очень быстро. Так, далее. Как я уже говорил, можно в микроволновку это все поджарить буквально там. Ну, только сильно много не ставьте, иначе спалите ваш орех. Посмотрите, какое ядро. Посмотрите, какая бланшировка. Сырой орех и сразу какая идет бланшировка. Просто великолепно. Шикарный сорт. Огроменные орехи, ничем не уступают по размеру самому крупному в мире сорту трапезунд. Но по вкусу немножечко мне показалось трапезунд чуть-чуть вкуснее. И тем не менее, тоже хороший вкус. Можно поджарить, вообще вкус тогда становится фантастический. Но и в то же время полезнее всего замочить в воде на 8 часов на ночь. И тогда будет максимально полезно. Кому не приходят видео с этого канала, переподпишитесь, пожалуйста. Отпишитесь и подпишитесь со звенящим колокольчиком обязательно. Со звенящим. И тогда будете получать все уведомления. Я постараюсь со своей стороны делать для вас интересные и полезные видео по фундуку. Кому понравилось, поставьте лайк. Кому что-то непонятно, напишите в комментариях. Кому очень понравилось, поделитесь, пожалуйста, с друзьями. Всем спасибо огромное, кто смотрел. Будем продолжать. Сорта будут, будем другие пробовать колоть руками. Всем огромный привет из Харькова. И всем пока.